Малыши! Привет, ребята! Свинка Алиса, а чем мы сегодня займемся? Я придумала очень интересную игру! Ух ты, ты каждый раз придумываешь что-то новенькое, так круто! Да-да, и этот раз не исключение! Готов увидеть? 1, 2, 3! Ба-ба-ра-бам! Вау! Вот такая вот баночка! С буквами цветными внутри! Вау, она такая большая! Мы будем доставать по одной букве. На нее нам нужно будет придумать песню и спеть ее. Если поем, то забираем букву себе. У кого больше букв, тот и победил. Как только у кого-то из нас набирается 5 букв, он одерживает победу. Круто! Мы в такое еще не играли. Давай начинать! Достаем первую букву. Буква L. О, я знаю, я знаю. Ладушки, ладушки, где ладушки наши? Поиграли с дедушкой, не устали даже. Тум, пу-пум, ха-ха, круто! Ничего себе ты быстрый трактор. Забираешь букву L себе. Достаем вторую букву. Буква О! Я знаю, я знаю, я сразу знаю! Очень-очень любим осень, любим осень очень-очень. Очень-очень любим осень, любим осень очень-очень. Ха-ха-ха! Вот это да! Я даже сориентироваться не успел! Класс! У меня есть уже одна буква! Счет 1-1! Третья буква! Буква М! Нужен, я знаю. Так, нужен. Какая же песня на М-то? Точно, вспомнила! Машина едет далеко, далеко, далеко. Везет машина молоко, молоко. Ура! Ах, это было так просто. Как я мог не вспомнить? Ничего, трактор, не расстраивайся. Я уверена, ты меня догонишь. Следующая буква. И это буква Б. Сразу! Это же мой хит! Ба-ба-ба-бабайка, деток, не пугай-ка. Ха, круто! Так вообще нечестно. Я даже подумать не успела. Ладно, забирай свою букву. 2-2. Надо обогнать синего трактора. Так-так-так. Буква А. Буква А, буква А. Я, точно, точно! Ам-ням, 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 вкусняшка, ням-ням-ням-ням. Песня кукутиков. Ах, молодец какая, как быстро вспомнила. Ха-ха-ха, у меня уже третья буква. Играем дальше. Так-так-так, буква Т. Сейчас. Деда репку посадил, репку поливали. Деда репку посадил. Ой, свинка Алиса, ты что, то же самое поешь? Ну да, я первая начала петь эту песню, буква моя. Нет, подожди, я же тоже пою эту песню. Синий трактор по правилам игры забирает букву тот, кто первый спел песню, а не просто ее напел. Ну ладно, тебя не проведешь. Просто у тебя уже 4 буквы, а у меня только 2. Так-так-так, что же сейчас? Попадется какая буква? Буква К. 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 Я знаю! Кря-кря-кря-кря-кря. Кря-кря-кря-кря-кря-кря. Точно, синий трактор, как я могла забыть? Это же самая известная песенка про животных от кукутиков. Забирай букву, так и догоню тебя. Ой, синий трактор, малыши, так у меня же уже 4 буквы. Мне осталось исполнить только одну песню. Я выиграла? Ну нет уж, я так просто не сдамся. Так-так-так, буква Т. Класс, я только подумала об этой букве и сразу вспомнила песню. Тук-тук, тук-тук, молотко стучу-стучу. Тук-тук, тук-тук, с тобой ты заколочу. Ха-ха-ха! Да как же так? Как же так быстро? А вот так!
Итак, у меня собралось целых 5 букв. Это значит, что я победитель! Ну ладно, ладно, поздравляю тебя! Ты настоящий знаток песенок! Трактор, если честно, мне кажется, я немного проголодалась. Мы заигрались. Согласен, хочу пиццу. И я. Пошли скорее, а то остынет. До скорых встреч, малыши. Пока-пока. Привет, ребята. Ам-ням решил сделать себе маленький бассейн. Ну, просто воды ему маловато. Он захотел что-то похожее на аквариум. Запустить туда что-нибудь интересное. Может быть, каких-то рыбок или что-нибудь еще. Ну, решил он свой аквариум засадить чем-то очень необычным. Вроде бы принес слайм и... Это что у нас такое? Лизун? Давайте вместе поможем Ам-няму создать его маленький аквариум из разных слаймов. Итак, начнем с лизуна. Интересно, он упадет на дно или будет плавать на поверхности, как медуза? Ой, падает. Он тонет, на поверхность не поднимается. Нет, не подходит лизун для нашего аквариума. К тому же он напитался водой и стал какой-то совсем распадающийся. Хотя чем-то напоминает какую-то бурую водоросль. А теперь попробуем слайм. Черный. Что же получится? Много не надо. Чуть-чуть. Главное оторвать его от остального слайма. Так, какой он противный. О, получилось. А теперь отправляем нашу кляксу прямо в наш микроокеан. Какая-то космическая слизневая медуза. Самое интересное, что слайм не смешивается с водой. Он распространяется, как какое-то чудовищное существо, захватывая всю воду. Смотрите, он превращается в какую-то интересную, как будто бы материю. Страшные космические волосы. Они захватили всю воду. Страшный осьминог. Пожалуй, нужно поскорее все вытащить, а то мы просто засорим воду. Нужно все это скорее выгрести на стол. Фу, какая страшная слизяка. Она схватила меня и не отпускает. О, с трудом очистил стол и очистил воду. Пришлось доливать чистую воду заново. Ой. Ничего, мой зеленый друг, сейчас чего-нибудь придумаем. Может быть, какие-нибудь зеленые водоросли туда посадить, а? Черный цвет больно уж страшноватый. Хотя подожди, зеленый цвет. Была у меня одна зеленая жижа из зеленой коробки с опытами. Сейчас достанем. О, пакетик. Мы сейчас устроим эксперимент. Мы сделаем из нее каких-нибудь маленьких зелененьких существ. Например, головастиков. Попробуем. Выливаем нашу зеленую субстанцию в маленькую пробирочку. Точнее, маленький стаканчик. Кстати, по-научному наша зеленая жижа называется альгинат натрия. Ну вот она, зеленая жижа. Пока это просто жижа, и она смешается с водой. Но если мы добавим туда немножечко волшебного порошка под названием хлористый кальций, отправляем полстакана воды в нашу миску, отправляем чайную ложку нашего порошка в воду и перемешиваем. Постепенно наливаем, пробуем наливать небольшими порциями нашу жижу. А теперь посмотрим в нашу миску. О, ребята! Вот какие симпатичные головастики у нас получились. И даже вот такие вот длинные змейки. А может быть, это такие водоросли? Вот как красиво они смотрятся в нашем аквариуме. А вот и головастички. А ну, плыви. Вон они какие симпатичные. Вот они какие. Маленькие друзья Ам-няма. Давайте бросим их туда, внутрь, пусть плавают. Смотрите, какой живой мир, как они передвигаются там внутри. Ам-ням открывает рот. Зачем, интересно? Ам-ням, ты чего? Решил поплавать? А ну-ка, Ам-ням, иди сюда. Открывай свой рот. По-моему, Ам-ням решил съесть все, что мы с вами сделали. То ли водоросли, то ли маленькие головастики. Ну вот, ребята, какой у нас интересный живой аквариум получился из неживых элементов. Пока, ребята, еще увидимся и поэкспериментируем. Ам-ням, рот закрой.
Малыши, привет! Сегодня мы изучим виды транспорта. В этом нам поможет вот такая тактильная книга от синего трактора «Такой разный транспорт». Будем читать, играть и трогать. Откроем и начнем наше путешествие. Встречает нас наземный транспорт. Интересно, как называются машинки, которые относятся к наземному транспорту? Мне очень. Погнали! Первый троллейбус. Вот он такой синенький, смотрите. Его особенность в том, что с помощью специальных труб, которые называются приемники, он получает ток и с помощью него передвигается. А чуть ниже мы видим трамвай. Он оранжевого цвета с желтыми фарами и голубыми окошками. Он ездит по электрическим рельсам. Вот они какие. А вверху есть такой же приемник тока, как и у троллейбуса. Ой, а кто это такой в черно-белую полосочку? Правильно, это машинка такси. У меня, кстати, есть, но не такси, конечно, но обычный легковой автомобиль. Он тоже относится к наземному транспорту. Смотрите, какая у меня красивая машинка красного цвета. Люблю, когда машинки бибикают. Бип-бип. А на этой страничке что-то большое. Сквозь поля и города мчат по рельсам поезда. В ряд вагончики бегут, пассажиров вдаль везут. Вот же он, поезд! В нем котенок и наш любимый профессор. А еще тут прикольный дым, который можно потрогать. Ой, ну профессор, конечно, ну настоящий машинист. Так у меня же тоже есть поезд. Оп! Ну, без вагончиков, конечно, но тоже клевый. Зато у меня он музыкальный. Слышите? Отлично, мы познакомились со всеми видами наземного транспорта. Переворачиваем страничку. Здесь у нас водный транспорт. Познакомимся с видами водного транспорта. Яхта, посмотрите, какая большая! Она плавает по морям и океанам! А вот я вижу мой самый любимый подводный транспорт. Это подводная лодка. Вы представляете, на ней можно опуститься прямо под воду и разглядывать подводный мир. Даже у кукутиков есть классная песня про подводную лодку. Помните? Мы катаемся с тобой на подводной лодке. Сколько рыбок под водой, водорослей сколько. А рядом с ней просто лодочка, не подводная. На ней, кстати, можно покататься в любом парке летом по озеру. А что же на этой страничке? Пароход! У меня он тоже есть. Вот он какой, большой, так еще и необычный, с капитаном, со штурвалом. Мой пароход перевозит животных. Вот, например, у меня тут лев и обезьянка. Жаль только, что с ним не отправишься. Большое морское настоящее путешествие. А вот это парусник, и он необычный, его в этой книжечке можно потрогать. Парусник совсем малютка, ловит ветер в море чутко, расправляет паруса. Вот такие чудеса. Переворачиваем страницу. Ух ты, тут что-то яркое. Это воздушный транспорт. Как много всего. Самый знакомый из всех – это самолетик. Он перевозит пассажиров из разных стран. Вот и вон. Вот люди куда-то летят. Фух, чего у меня только нет тут на столе. И самолеты, и пароходы, и паровозы. А еще рядом есть ракета. Вот на ней-то и отправился впервые человек в космос. У меня тоже есть своя ракета. О, хотела я полететь в космос, да не поместилась. А это вертолет, все узнали. Он отправляется в разные экспедиции, туда, куда не может полететь самолет. А что на второй картинке? Дирижабль и воздушный шар. Кстати, его тоже потрогать можно. По
Почему-то на воздушном шаре в небо отправился петух. Тогда и я могу. Переворачиваем страницу. И, о, это мой любимый транспорт, специальный. Именно он помогает на стройке. И, конечно, все сразу узнали моего любимого синего трактора. У меня он не один. О! Но один на стройке он не справится. Ему нужны помощники. И это самосвал и бульдозер. Вот он какой большой, вы посмотрите! А самосвал нам поможет, чтобы перевозить песок. Тут тоже есть самосвал с золотыми блесточками, как песочек прям. Так, мне кажется, пора заканчивать. Иначе вы меня не увидите, я спрячусь за транспортом. Как здорово, со сколькими видами транспорта мы сегодня познакомились. И с воздушным, и со специальным, и с водным, и с наземным. До скорых встреч, малыши. Пока-пока.